В Энгельском районе отремонтировали аварийную трассу. Дорога по маршруту Безымянная Воскресенская. Протяженность около 50 километров была построена 25 лет назад. С тех пор практически не ремонтировалась. Госпрограммой развития транспортной системы в этом году не предусмотрен капитальный ремонт региональных дорог. Но трассу в Энгельском районе все же привели в порядок. Был проведен ямочный ремонт и обеспечен бесперебойный проезд по маршруту. Мы охватывали ремонтом всего лишь несколько больше 5000 километров, вот, и ряд дорог у нас не охвачено было. Поэтому там было затруднено движение, в том числе и школьных маршрутов, и пассажирского транспорта. Эта дорога 52 километра. На протяжении ряда лет здесь не проводился ямочный ремонт.